Первое в текущем году расширенное планерное совещание состоялось в администрации района и началось с приятного момента. Глава района вручил заслуженные награды педагогам, которые выделились в своей профессиональной деятельности. Хотел бы еще раз выразить всем вам свою большую признательность за ваш очень нелегкий труд. У нас есть, еще раз, я несколько раз об этом говорил на разных уровнях, у нас есть выпускники. Это показатель того, что у нас есть квалифицированные педагогические кадры, которые нужно сохранить и которые нужно обязательно приумножать. Присвоено почетное звание Министерства просвещения Российской Федерации, почетный работник сферы образования Российской Федерации Кирченко Ирине Афанасьевне. Поздравляю. Спасибо большое. Попытаемся дальше в том же пути, в том же направлении. Российской Федерации, молодость и профессионализм Хасанова Саида Юрьевна. Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования вручается Манышеву Руслану Аслановичу. Афоуновой Нурят Аминовне. Галимовой Асиет Залубеевне. Благодарность главы Республики Адыгея за заслуги в области образования вручается мозговой Гирянской Наталье Николаевне. В этот день почетную награду также получил и житель нашего района Мухарби Меритуков, который активно способствует развитию образования в районе своим постоянным значительным вкладом. Награжден нагрудным знаком Министерства просвещения Российской Федерации за милосердие и благотворительность Меритуков Мухарби Рамазанович. Затем участники совещания приступили к обсуждению главных тем планерки, и их было немало. Вопросы, связанные с участием района в государственной программе «Культура», концепция развития сельских поселений, а также многие другие были подробно рассмотрены. Глава района призвал всех участников совещания к дальнейшему стремлению достижения благополучия в районе.